Напомним, последнее повышение тарифов на проезд в автобусах произошло в 2011 году, когда тариф был увеличен с 30 до 50 тенге. В ответ перевозчиков обязали обновить свой автопарк и выполнить еще ряд мероприятий. После этого руководители фирм еще несколько раз обращались с просьбой о повышении стоимости проезда, но этот вопрос не обсуждался. По словам руководства города, тариф зависит не от прихоти пассажироперевозчиков, а от стоимости топлива. Если оно вырастет в цене, то повысится и стоимость проезда. Пока стоимость ГСМ, бензина стоит на месте. Если стрельнет, то и стоимость проезда, сразу говорю, поднимется. Вот сейчас я смотрю по всем городам Казахстана, до 60, до 80 тенге. Некоторые до 90 тенге поднялись. Но в этом году стоит ждать или следующий? Не знаю.